Александров Юрий Иосифович, профессор, доктор психологических наук, заведующий лабораторией Института психологии РАН, которая 7 раз подряд становилась победителем конкурса при поддержке ведущих научных школ Российской Федерации, экс-президент Межрегиональной ассоциации когнитивных исследований, сопредседатель секции психофизиологии Российского психологического общества, лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования. Итак, мы с вами выяснили, что в мозгу у индивидов, которые обучаются тем или иным поведением, формируются специальные группы клеток, которые обеспечивают реализацию этих поведений, достижение их результатов. И мы с вами видели, что когда это разные поведения, то мы имеем в голове, грубо говоря, разные группы клеток. И мы с вами предположили, что тогда, если люди живут в разных культурах или делают разное внутри одной культуры, то, по-видимому, вот эти вот делатели поведения, наборы этих самых клеток, у них окажутся разными. И вот мы сейчас с вами посмотрим на данные, которые нам действительно демонстрируют, что когда с помощью мозга, в котором есть специалисты разных, относительно разных действий, люди, которые принадлежат к разным социальным группам или к разным культурам, делают внешне одно и то же поведение, то мы имеем разный мозг. Мы имеем разные психические процессы и разную активность мозга у людей, которые к этим группам сравниваем принадлежат. Итак, начнем мы с внутрикультурных групп. И первая, так сказать, общность, которую мы разберем, это религиозность. Что мы обнаруживаем? Мы обнаруживаем, и здесь вы это видите на картинке, что когда люди оценивают себя и оценивают себя во взгляде со стороны, глазами другого, то мы получаем картину в голове у человека очень разную в зависимости от того, является ли он верующим или неверующим. То есть, иначе говоря, вот даже такой фактор, казалось бы, глубоко духовный, который, казалось бы, связан с такими тонкими нюансами, но тем не менее, оказывается, что он связан с разной организацией мозговой активности в одном и том же поведении. А с другой стороны этой картинки вы видите такие кривые, которые отражают потенциалы при ошибках. Мы уже про ошибки с вами говорили, что есть такие потенциалы, которые возникают, когда человек ошибается. И вот вы видите, как отличается этот потенциал при совершении ошибки у неверующего в отличие от верующего. То есть, иначе говоря, у верующего человека он, похоже, поменьше по амплитуде, чем у неверующего человека. То есть, иначе говоря, неверующий при ошибках активирует более сильно этот механизм. Политика. Ну уж казалось бы, но разные люди имеют разные политические убеждения. И то, как они там совершают там какие-то отдельные поведения и их выборы, вряд ли уж все это связано так с их политической ориентацией. Это какой-то край, кусочек натуры человеческой, да? Но он там демократ или республиканец, но во всем остальном эти люди одинаковые. Нет. Личность целостная, и вы это сейчас увидите. Если вы сравниваете либералов и консерваторов, то вы обнаруживаете, вот график показывает это совершенно четко, чем более человек консервативен, тем меньше у него амплитуда потенциала, который связан с рассогласованием. А рассогласование это возникает, знаете, в какой ситуации? Это так называемая отбол парадигма. Это вот человеку дают какие-нибудь стимулы, поток, например, звуковых. Пи-пи-пи-пип. Пи-пи-пи-пи-пип. Так вот, когда из этого ряда выделяется какой-то отличный от других, то при этом возникает такая негативность рассогласования. Это известный феномен. Так вот, оказывается, что если вы поделите людей на либералов и консерваторов, то окажется, что чем более они консервативны, тем меньше у них амплитуда этого потенциала, связанного
с рассогласованием. И вот вы видите, что здесь регистрируется это опять в той самой цингулярной коре, про которую мы с вами уже говорили. Вот. И посмотрим, как связано это различие с анатомией мозга либералов и консерваторов. И оказывается у нас, уважаемые коллеги, что не только активность мозга у либералов и консерваторов в одном и том же поведении отличается, но оказывается, что у либералов и консерваторов имеется тенденция к различию размера структур мозга. И вот эта самая цингулярная кора, о которой мы только что говорили, вот на верхнем графике вы видите, чем более консервативен человек, тем меньше она по размеру. А у либералов эта структура больше, чем у консерваторов. То есть отличается у них даже анатомия мозга. А внизу, вы видите график, это миндалина, это другая структура мозга. А вот она ведет себя прямо наоборот. Чем больше это миндалина, тем более консервативен человек. Или наоборот. Тут нет причинной связи, здесь корреляция. Значит, что это значит? Что значит это миндалина? Как мы можем ориентировочно предположить, с чем она может быть связана? Ну, может быть, не очень точный метод, но зато демонстративный – это посмотреть. А что бывает у больных, у которых эта миндалина поражена? И вот такой эксперимент проводили. Собственно, измеряли уровень страха, который возникает у людей, когда им показывают страшные картинки. Вот эти белые столбики – это обычные здоровые люди. А вот эти черные столбики – это больной, у которого поражена та самая миндалина, которую я только что показывал. И вот когда эта миндалина поражена, то что у него происходит? У него теряется страх. Вот именно эта структура оказывается увеличена у консерваторов по сравнению с либералами. Посмотрим на этих консерваторов и либералов еще с одной стороны. Мы даем страшную картинку. И вот там, где ЭСК – это электрическое сопротивление кожи. Это электрическое сопротивление кожи меняется, когда вы показываете эмоциональные картинки. Например, страшные. И вот вы показываете страшные картинки и измеряете сопротивление кожи у консерваторов и либералов. Чего вы обнаруживаете? У консерваторов сильнее меняется сопротивление кожи при показывании страшных картинок. Коррелируют, правда, все эти вещи друг с другом? А теперь вы даете сильные сигналы звуковые. Когда вы даете сильный звуковой сигнал, то возникает так называемый старт-ответ. Это, кстати, не только у людей, а у животных тоже. Но вот если вы вдруг резко издадите, я сейчас этого не буду делать, резкий звук и сильный, то человек моргнет. Так вот, если вы моргание измеряете, вы уже догадались, кто моргает сильнее? Да это и видно. Консерваторы моргают сильнее, чем либералы при вот этих сильных звуковых сигналах. Таким образом, оказывается, мы регистрируем активность мозга, мы регистрируем активность кожи, мы регистрируем моргание, мы регистрируем размеры структур. И у этих людей, которые принадлежат к разным общностям, либерально-консервативным, все это оказывается разным. Причем закономерно и очень здорово связано разным. И вот специально люди проверяли, а какой здесь элемент наследуемости? Насколько зависит от того, какой у вас геном, кем вы станете? И оказалось, вот здесь обведено эллипсом красненьким, обведено как раз наследование политических убеждений. Так вот, оказывается, что вес наследуемости генетической очень высокий, 40%. Это такие вещи делаются с помощью близнецового метода. Вот. То есть, конечно, среда тоже играет роль, вот она там зелененьким, красненьким изображена, но все-таки это огромный вес. Это означает, что если вы возьмете у папы и у мамы двух близнецов и поместите их, ну, такой естественный эксперимент, вы его нарочно делать, я надеюсь, не будете, поместите их в совершенно разные условия, то высока вероятность, что у этих двух близнецов возникнут сходные политические убеждения. И вот даже некий специалист, который тут, фотография которого изображена, политолог, он, видите, чего отмечает? Что эти взгляды политические настолько глубоко и прочно встроены в наш мозг, что убедить кого-то не быть либералом, это все равно, что убедить его не иметь карие глаза. Это сходные вещи. Классовая принадлежность. Это мы прямо сейчас с вами приходим к классикам марксизма. Берут группы людей. Одна группа людей, причем берут, уважаемые господа,
из одной и той же группы в одном и том же учебном учреждении. То есть они учатся одному и тому же, у них примерно одинаковый набор знаний и так далее, и так далее. Это более-менее выровненная группа. А потом делят их по классовой принадлежности. Те, у кого родители принадлежат к рабочему классу, и те, у кого родители принадлежат к среднему классу. А потом дают им предложение. А в конце этого предложения дают слово, которое семантически с предложением несовместимо. Ну, например, я взял и съел паровоз. И вот когда дается слово «паровоз» в конце этой фразы, то возникает так называемый потенциал, его называют негативность 400, ну, где-то с латентным периодом 400 миллисекунд после предъявления этого слова он возникнет. Так вот, оказывается, что у представителей среднего класса, вот там синеньким отмечено, возникает этот потенциал, он выраженный и очень большой, а у представителей рабочего класса он отсутствует. Его просто нету, связанного с этим семантическим рассогласованием. Это настолько удивительные данные, что авторы даже в конце, вот видите, это цитата из их работы, они пишут, что это, их данные подтверждают утверждение Маркса и Энгельса о том, что свойство опыта человека зависит от того, к какому классу он принадлежит. Профессиональная специализация. У нас может не быть политических убеждений, вот, но к тому или иному профессиональному группе мы с вами почти наверняка будем принадлежать или уже принадлежим. Люди, которые занимаются музыкой, которые занимаются струнными, играют на струнных инструментах, исследуют у них размер представительства пальцев левой руки в коре. А в коре, как вы знаете, это вообще в школьных учебниках, я думаю, даже рисуют, в коре у нас имеется такой гомункулюс, который в искаженной форме представляет наше тело. Это искажение не случайное. Это будет чуть позже, наверное, ясно. Ну вот, и там можно найти пальчики. Так вот, мы смотрим размер этих пальчиков у тех, кто занимается виолончелью, кто не занимается. Оказывается, что размер этих пальчиков будет больше у тех, кто занимается струнными инструментами. Причем он будет тем больше, чем более рано начали музицировать эти люди. То есть, иначе говоря, уже отсюда ясно, что это не проекция тела на мозг, а это проекция опыта владения этим телом на мозг. Понимаете, да, почему? Потому что чем больше наш опыт, тем больше соответствующий кусок тела. И вот это тоже вот в наших исследованиях уже выявилось такое интересное наблюдение. Язык нужен для того, чтобы одно из назначений нашего языка, для того, чтобы мы давали отчет обществу вовне, когда я говорю, или внутри себя, в виде внутренней речи, чтобы я давал отчет о том, как результат моего поведения соотносится с коллективным результатом. Мы, даже находясь наедине с собой, мы всегда меряем то, что мы делаем, смотрим на себя глазами общества. Всегда. И язык – это инструмент этого смотрения. Так вот, вообще этот язык нужен для оценки результатов наших поведенческих актов. И если мы сопоставляем слова этого языка, которые связаны с пальцами, и слова, которые связаны с телом, то мы обнаруживаем полное соответствие того, что есть в гомункулюсе, видите, какие там огромные пальцы и рука, и слов, которые связаны с этими пальцами в нашем языке, связанные с тактильной чувствительностью, в нашем языке существенно больше, чем слов, связанных с телом. То есть, иначе говоря, проекция опыта на кору и структура нашего языка оказывается сопоставимой. Это так называемый embodied language. Это язык, который связан с нашим телом и с опытом соотношения со средой. Ну и, соответственно, нас уже теперь не удивляет, что если мы меряем какие-то другие структуры, например, мозжечок, то мы видим, что размер мозжечка у музыкантов оказывается больше, чем у остальных людей. И более того, чем интенсивнее репетируют эти люди, тем больше у них размера этого мозжечка. Это тоже очень интересная работа. Она связана с размером гиппокампа. Гиппокамп, морской конек, это такая специальная структура, которую многие авторы... Существует много работ в пользу того, что эта структура связана с картированием пространства, то есть с тем, как индивид ориентируется в пространстве. И оказывается, например, что у тех птичек, которые прячут корм в разных местах, запасают этот корм и должны запомнить, где этот корм лежит, у них размер гиппокампа больше, чем у тех птичек, которые этим не занимаются.
которые не должны отыскивать корм. Так вот, брали размер этой самой картирующей структуры у таксистов Лондона. Лондон – город с довольно сложной структурой, большой, и измеряли, значит, этот гиппокамп. Что оказалось? Оказалось, что, во-первых, размер этого гиппокампа больше, чем у популяции в среднем, а во-вторых, он тем больше, чем дольше эти самые водители работают таксистами. Ни о каком отборе по размеру структур я не говорю. Я говорю о другом. Я говорю о том, что размеры этих структур могут быть связаны с той деятельностью, которую человек реализует. Здесь еще одна картинка. Теперь картинка вот с тем, как мозг работает у представителей разных профессий. Вы взяли людей. Одни из них специалисты по автомобилям, а другие орнитологи. Это значит, кто, может, не знает, это специалисты по птицам. И вот им показывают одни и те же картинки. Лица, машины и птиц. И вы уже видите на этой картинке, что когда, скажем, машины показывают специалистам по автомобилям, видите, какая там красненьким показана активность, а внизу орнитологи, ну, что-то там у них есть, но совсем мало. И наоборот, с птицами. С чем это связано? Это связано с тем, что у товарищей автомобилистов, специалистов по автомобилям и у орнитологов разные наборы специализаций. Поэтому при столкновении с разными событиями в жизни мы видим у них разные типы и паттерны активности мозга. Теперь мы переходим к самому интересному, к разным культурам. Люди в разных культурах. Вообще-то, хотелось бы думать, и очень долго люди думали, что мы имеем в разных культурах одинаковые базовые психические процессы, которые чуть-чуть по-разному работают, в зависимости от того, мы живем в джунглях или в Сахаре. Эксперименты, которые проведены в последнее время, а их вал, этих экспериментов, хотя они начали копиться уже довольно давно, четко показывают, что у людей, которые живут в разных культурах, различается буквально все. От элементарного восприятия и ходьбы, ходят по-разному в разных культурах, до социального познания. И вот кое-какие вещи об этом различии мы сейчас с вами посмотрим. Начнем с так называемого в кавычках элементарного восприятия. Это иллюзия, которую все вы, может быть, еще в детских книжках видели. Это иллюзия Мюллера, в связи с которой отрезок Б для многих из нас кажется большим, чем отрезок А. А внизу посмотрите график. Это выраженность этой иллюзии в разных культурах. Выраженность отличается на порядке. Уж казалось бы, как люди видят два отрезка? Да вот они очень по-разному видят эти два отрезка. Если вы будете испаноязычным, немецкоязычным и англоязычным людям показывать один и тот же видеоряд, они его раздробят на разное число видеофрагментов. Это будет зависеть от того, из какой они культуры и какой у них язык. Разница между мальчиками и девочками. Ну, казалось бы, совершенно биологическая вещь. А теперь посмотрите. Здесь из баллов девочек вычитают баллы мальчиков. Серенькая наверх – это способность к чтению. Ну, естественно, девочки читают больше и лучше. И поэтому во всех странах у них там вот они, мальчиков, вот нас всех они побивают. А с другой стороны, способность к математике. Но это тоже, казалось бы, совершенно очевидно, что мальчики, ну, они лучше с математикой. И правда, во многих культурах эти показатели имеют отрицательное значение. Это что значит? Что у мальчиков они выше. А теперь посмотрите, они сгруппированы так, что по мере нарастания эмансипации в соответствующих культурах, то есть равенство женщин и мужчин. Видите, что происходит? При возрастании эмансипации эта разница уменьшается, биологическая. Уменьшается, уменьшается, и, наконец, в Исландии, где максимальная вот эта эмансипация, она инвертируется, и девочки лучше по математическим тестам, чем мальчики. То есть даже такие вещи, которые нам хотелось бы, ну, не хотелось бы, я не знаю, может быть, вам-то как раз это приятно услышать, но вот эти вот вещи, которые кажутся совершенно биологическими, они оказываются тоже культурозависимыми, связанными со спецификой культуры. И это вот такая, ну, некая обзорчик, который я сделал специально. Я выделил, грубо разделил культуры на западные и незападные. Они по-разному классифицируют объекты, у них по-разному организовано мышление, у них по-разному выражен индивидуализм, коллективизм, они по-разному смотрят на объекты и фон, они по-разному у них выражена уверенность решения, они по-разному решают моральные дилеммы, кое о чем я вам сейчас об этом расскажу. О том, как мы делаем по-разному эти все разные вещи.
Вот это прекрасная картинка, на которой изображены культуры, расположенные по аналитизму и холизму. Что такое аналитизм? Аналитизм – это когда вы, чтобы понять какое-то явление, делите его на кусочки, тщательно фиксируя все переменные, изучаете каждый кусочек, а потом из этого изученного по кусочкам пытаетесь создать целое. Что такое холизм? Холизм – это когда вы берете картину в целом, изучаете эту картину в целом и пытаетесь от этой картины в целом перейти к свойствам кусочка. То есть, иначе говоря, это взгляд кусочно-редукционистский и взгляд системно-холистический. Так вот, оказывается, что разные культуры предрасположены к разному типу этих взглядов. На самом краю, самом-самом, стоят американцы. Они максимально аналитичны и редукционистичны. Туда же относятся многие западные европейцы. С другой стороны, холистические культуры – это Восточная Азия. Это Китай, это Япония. Ну, вы можете себе представить, что это такое. Это, значит, вот такая штука. То есть мы мыслим и решаем проблемы и воспринимаем мир по-разному, либо целостно, либо по кусочкам. Сейчас вы увидите, как это проявляется. Я сразу хочу сказать, что это не только межкультурные, но и внутрикультурные различия здесь имеются. Если вы возьмете разные классы общества, средние и рабочие, мы уже с вами о них говорили, то у вас окажется, но вот это вот данные по Соединенным Штатам Америки, у вас окажется, что средний класс более аналитичен, а рабочий класс более холистичен, чем средний. Если вы возьмете страну и поделите ее пополам, например, Италию, где довольно разная экономика, уровень развития экономики, история разная. Возьмете Северную и Южную Италию. Чего обнаружите? Северная Италия дает америко-европейский аналитизм, а Южная, ближе к Юго-Восточной Азии, дает холистические штуки. Если вы берете одну страну, например, Турцию, и возьмете в ней людей разных профессий, пастухи, земледельцы, например, то что у вас окажется? Окажется, что те, которые более индивидуалистичны и работают по одному, это трактовки авторов. Но факт состоит в том, что пастухи, которые работают по одному, они более аналитичны, чем земледельцы, которые работают группами, у которых больше развита коллективная мысль. Причем, что интересно, что это свойство не только самого пастуха и земледельца, но и членов его семьи. Какая стратегия лучше? Холистическая или аналитическая? Западная, грубо говоря, или не западная? Мы на этот вопрос будем пытаться ответить. И ответ окажется довольно интересным, с моей точки зрения. А сейчас я хочу показать вам на некоторые... Это мой любимый тест. Этих тестов целая батарея относительно того, как мы группируем явления, принадлежа к западной или незападной культуре. Тестов этих масса, но мне нравится этот, потому что он, во-первых, демонстративный, и он здорово работает в России, как я уже проверял не раз. Вот посмотрите, здесь нарисована, как вы видите, коровка, затем... курица и трава. Значит, прошу поднять руку тех, кто считает, что корова в большей степени связана с травой, чем с курицей. Поднимите, пожалуйста. Спасибо. Собственно, что и требовалось доказать. А теперь смотрите, что получили авторы. Вот если вы будете давать эту задачку в Китае, например, в Юго-Восточной Азии, то вы получите ответ точно такой, как дали вы. Если вы будете давать ее в Западной Европе или в Америке, то вы получите большую связь коровы с курицей. Почему? Потому что это другой принцип классификации явлений объектов. Это принцип таксономический. Это принадлежность к одной группе. А вы, товарищи коллективисты, знаете, чего делаете? Вы сопоставляете объекты по отношениям. Потому что для вас важнее, что корова ест траву. А для людей из западной культуры возможно, что важнее, что они принадлежат к одному таксономическому классу. То есть, иначе говоря, вы смотрите на мир, и в этом мире группируете события и объекты на разных основаниях. И поэтому вы можете теперь уже догадываться, что ученый, который работает в западной культуре или в незападной, будет по-разному относиться к эмпирическим явлениям, которые он... И классификации, которые он будет делать, будут разными. И поэтому американцы, например, с интересом замечают, что вот русские чаще обращают внимание на соотношение индивида и среды. Почему это они обращают внимание на соотношение индивида и среды? Вы только что это продемонстрировали.
Еще одна разница между культурами. Вы директор фирмы. К вам приходят человека, два. Они приносят резюме. У одного человека это резюме, все его пункты в точности соответствуют тому, чего вы хотите. Но душа у вас подсказывает, что тот, который второй, он лучше. И работать будет лучше, чем этот, у которого все супер с этим резюме. Как вы поступаете? Этот вопрос я к вам уже не обращаю, потому что я знаю ответ. Вот, потому что я знаю, к какой культуре вы принадлежите. А теперь я вам показываю данные, потому что люди это проверяли. Так вот, те испытуемые, которые принадлежат к западной культуре, они чаще будут ориентироваться на пункты резюме и проигнорируют эти чувства дурацкие, которые у них иррациональные, которые у них в душе возникли. А люди, которые принадлежат к незападным культурам, они в первую очередь будут ориентироваться вот на эти иррациональные, интуитивные чувства и подумают, черт с ней, с этим резюме. Вот я чувствую, что надо. И когда вы будете спрашивать, это я сейчас говорил о принятии этого решения, теперь вы начинаете на улице спрашивать, вот ты бы как отнесся к тому, что, кто ориентируется на чувства? Так вот, в незападных культурах большинство людей скажут, правильно он сделал. Потому что люди одобряют этот тип, у него есть социальное одобрение. Принятие моральных решений. Это вот мы такие данные делали, мы эксперименты делали. Мы сравнивали моральные решения у людей, которые относятся к русскоязычным культурам и к англоязычным. Чего мы выявили? Ну, во-первых, конечно, люди там и там ориентируются на общие принципы принятия моральных решений, не осознаваемые ими. Но, тем не менее, мы сильно по-разному принимаем решения. Русские, русскоязычные, скажем так, гораздо реже совершенно уверены в принятии морального решения, чем англоязычные. То есть там была шкала 7,1, это абсолютно уверен, что надо делать или не надо делать. Так вот, 7,1 в нашей культуре люди выбирают достоверно реже, чем это делают англоязычные. Те значительно чаще уверены. Вы, может быть, думаете, что русские меньше уверены и во всех других выборах? Ничего подобного. Если вы дадите им какие-нибудь когнитивные решения, типа размер фигур там или еще что-нибудь, то они будут уверены, и их уверенность будет опережать уверенность этих западных товарищей. Понимаете, да? Но когда речь идет о моральном выборе, это не так. А теперь дальше мы исследуем. Мы смотрим, а вот когда они уверены, то в чем они уверены? И вот тут выясняется, что когда они уверены, то они чаще уверены в том, чего нельзя делать. А люди-представители западной культуры, если уж они уверены, то они чаще уверены в том, что делать обязательно. То есть, иначе говоря, одна уверенность нельзя – а другая уверенность – надо. То есть это разный вообще тип принятия моральных решений. Как мы смотрим на картинке? Мы берем людей, принадлежащих к западной и незападной культуре. Мы уже говорили, что товарищи, которые принадлежат к незападным культурам, для них фон имеет очень большое значение, а не только сам объект. И вы регистрируете движение глаз. Что вы обнаруживаете? Вы обнаруживаете, что китайцы значительно чаще фиксируют свой взор на деталях фона, чем это делают люди, принадлежащие к западным культурам. А люди, принадлежащие к западным культурам, гораздо лучше запоминают детали объекта. А если вы после эксперимента спросите людей, принадлежащих к незападным культурам, то они назовут вам больше деталей фона, чем называют западники. То есть, иначе говоря, на одни и те же картинки мы смотрим по-разному и выделяем в них разное. Даже в процессе одной и той же задачи. Дважды два – четыре. Но уже это мы делаем точно одинаково в разных культурах? Нет. Когнитивные процедуры, которые мы используем для дважды два – четыре, 5 − 3 = 2, они различны в разных культурах. И мозг, как вы здесь видите, это разные картинки, сильно отличающиеся, когда дважды два – четыре делают китайцы и дважды два – четыре делают американцы. Это картирование их мозга, которое показывает, что мозг у них при этом работает по-разному. Для наших культур существуют культуроспецифичные задачи. Что это значит? Есть задачки, которые мы решаем лучше. Люди, принадлежащие к незападным культурам. Что это за задачи? Это относительные задачи. Это там, где объект сопоставляется с фоном. Эта задачка, она более специфична для незападных культур. А для американцев какая специфична? Абсолютная задача. Там, где мы отвлекаемся от фона и смотрим только на свойства объекта. А теперь мы что делаем? Мы даем абсолютную и относительную задачу представителю западной и незападной культуры. Обе даем. Что мы обнаруживаем? Мы обнаруживаем,
что когда вы решаете культура неспецифичную задачу, то активность вашего мозга выше. Вам больше усилий нужно применить. То есть, иначе говоря, я могу предположить, что для большинства из вас решение абсолютной задачи даст большую активность мозга, чем решение относительной задачи. А для американцев будет наоборот. У них будет большая активность при решении, при решении относительной задачи. А дальше интересно. А теперь вы берете иммигрантов, которые принадлежат к незападной культуре и живут в Америке. И вот они живут, и у них меняется степень оккультурации, которую можно численно померить. И вот чем выше этот уровень оккультурации, тем менее чужой для них становится абсолютная задача. То есть активность мозга их уменьшается и уменьшается при даче, назовем это так в кавычках, неродной задачи. Она становится все более и более родной. Мы уже с вами привыкли, что как там что-нибудь функционально различается, так ищи различия анатомические. Если мы видели с вами анатомические различия у тех, кто либералы и консерваторы, мы с вами ожидаем, что мы можем получить у людей, которые живут в совершенно разных культурах, пользуются разными ментальными приемами для делания одного и того же. У них могут быть разные активности, разная анатомия мозга. Действительно, это обнаруживается. Когда авторы берут структуры, которые по другим работам, в которых изучается активность мозга, дают разницу между культурами и меряют размеры этих структур анатомические, то оказывается, что в разных культурах размеры этих структур мозга, которые чувствительны к такому анализу, они различаются. Вот здесь вы видите, какие-то структуры больше у китайцев, какие-то структуры больше у американцев. И вот делаются такие, может быть, немножко наивные, но тем не менее интересные предположения. Вот мы с вами уже говорили, что представители западных культур более аналитичны, чем представители холистических культур. Ну а раз они более аналитичны, если за эту аналитичность, думают авторы, отвечают лобные области мозга, то что вы ожидаете увидеть у представителей западных культур? Какие области мозга? Большего размера, чем у тех, которые принадлежат к незападным культурам. Делаем, проверяем, обнаруживаем больше. Обнаруживаем, что у представителей западной культуры действительно, вот красненьким обозначено, лобные области мозга превышают размер соответствующих структур, толщина серого вещества, количество серого вещества у людей, которые принадлежат к другим структурам. Ну а у тех больше серого вещества в других структурах. То есть не то, что у них мозг маленький, просто другие структуры, это паттерн анатомически отличается. Я хотел бы ответить на вопрос, можно ли использовать эти различия между культурами и между людьми. Я хотел бы сказать о толерантности немножко в более широком аспекте, чем обычно принято говорить. Потому что толерантность в узком аспекте, это в узком смысле, но который наиболее часто все-таки понимается. Это что такое? Вот он чужой, он другой, у него внешность другая, язык другой, голос другой, он ведет себя. Но я, как человек воспитанный, я на это не обращаю внимания, я считаю, что он имеет на это право, и я его, ну, терплю. Я должен вести себя прилично и терпеть. Это хорошо? Это хорошо. И разные культуры, вот, ну, в некоторых культурах это просто пропаганда ведется и по телевидению, и по радио, там, и все время постоянно, и добиваются в этой толерантности очень высоких показателей. Я хочу сказать о другом. Я хочу сказать о том, что он другой, и поэтому очень мне полезный. Он нам хорош. Это имеет определенное отношение к вопросу, который вот мне был задан после первой лекции. Что бы такое сделать, чтобы я на него смотрел и чувствовал позитивные чувства? Вот об этом я немножко хочу рассказать. Пофантазировать на эту тему. И, значит, мы должны с вами для того, чтобы пофантазировать, ответить на вопрос, что лучше, рационализм, аналитизм, назовем его, грубо говоря, западный, или интуитивизм и холизм, свойственный соответствующим культурам, не западным. Когда как? Ответ номер раз. Когда как? Вот если эксперименты показывают, я сейчас два слова об этих экспериментах скажу, что если сложность задачи возрастает, то интуитивное решение этой задачи остается всегда, вот тут эта зеленая строчка, более или менее одинаково эффективным. А эффективность сознательного, рационального решения оказывается значительно больше, чем интуитивного. В какой ситуации? Вы видите по этому графику? Когда проблема попроще. Вот когда проблема простая, там рациональные решения очень хорошо работают. А дальше что происходит?
при усложнении проблемы эффективность рационального решения падает. И, наконец, при определенной сложности становится менее эффективным, чем интуитивное. Эксперимент. Люди покупают вещи в магазинах. Покупают рубашки, посуду. Будем считать, что это пустяки. И покупают более серьезные вещи, типа там, машина, мебель, дом. Что показывают эксперименты? Что удовлетворенность людей, когда они покупают мелочь, типа посуды для СВЧ, выше, если они будут использовать рациональный путь. То есть они будут писать плюсы и минусы. Мне нужна эта посуда потому-то, потому-то, потому-то. А плохая она потому-то, потому-то. Взвешиваю, покупаю. Это хорошо для покупки посуды или рубашки. Но если вы покупаете квартиру или дом, то эксперименты показывают, лучше действовать интуитивно. Душа позвала. Вот это вот то, что мне надо. И тогда оказывается вот удовлетворенность выше после этого. То есть оказывается, что рациональные интуитивные пути работают для решения проблем разной сложности. Как мы решаем любую проблему? Теперь я хочу еще сказать одну очень важную вещь. Что они вместе. То есть не бывает чисто интуитивного или чисто рационального. Всегда есть и те, и другие компоненты. Но вес этих компонентов на разных стадиях нашего познания различен. И вот тут приведены фотографии двух очень симпатичных людей, русских ученых, которые показали, что любое наше познание, оно начинается с интуитивного, эмоциональной стадии, а завершается осознанным или рациональным этапом. То есть, иначе говоря, сначала нужна интуиция, предрешение, которое направляет в эту сторону или в эту сторону, а потом рациональное аналитическое решение этой проблемы. Здесь я ссылаюсь вам на великих людей. Великих в области математики, великих в области физики. Пуанкаре выделял интуитивистов и рационалистов. И что он говорил? Он говорил, что чистая логика аналитизма, тот самый рационалистический аналитизм, он не может создать ничего нового, но является точным и прекрасным орудием доказательства. А что порождает нового? А новое порождает интуитивистский холизм, писал Пуанкаре. То есть, иначе говоря, создать новое, найти новый путь, вам нужно холистическое мышление, провести четкую разработку и анализ, вам нужно рационалистическое мышление. В принципе, Гейзенберг говорил о том же. Он говорил, что совершенно неверно думать, что в науке только логическое мышление. А для собирания фактов, для получения фактов нужен очень трезвый рационалистический анализ, но когда надо упорядочить факты и понять, куда двигаться дальше, тогда нужно скорее вчувствоваться, чем вдуматься в явление. Вы можете себе представить? Это ведь не поэт пишет, а пишет великий физик. А посмотрите, что пишет Эйнштейн. Эту его фразу, кстати говоря, многие не понимают. Он пишет: «Воображение важнее, чем знание». Это опять не поэт, это физик. Причем какого уровня? Более того, он пишет, что Достоевский дал мне больше Гаусса. А Гаусс, между прочим, это великий математик, который со страшной силой был использован Эйнштейном при разработке его теории. И тем не менее Достоевский дал больше. В каком смысле? А вот в том самом, в холистическом. В смысле творения нового. Таким образом, мы с вами имеем вот что, схематически говоря. Мы имеем интуитивистскую холистическую фазу первую, и затем мы имеем развертывание аналитической стадии познания. Кстати говоря, на этой аналитической фазе познания начинается разработка прикладная. То есть, иначе говоря, практика появляется на второй стадии. Понимаете, да? И теперь я к этому вопросу уже, наверное, не буду возвращаться, а вы теперь просто прикиньте, и у каких же стран должно лучше получаться с практическими приложениями? А какие страны должны биться и биться головой и думать: боже мой, ну почему у нас такая хорошая фундаментальная наука, а вот как нужны прикладные исследования, так у нас почему-то трудности. Сопоставьте то, что я вам говорил, вот с тем, что я сказал только что. Так вот, стрелочки в две стороны, они означают вот что. Что те, которые работают на холистической стадии, они не просто там в небо смотрят и воображают себе. Они должны знать результаты предшествующей аналитической стадии. Для того, чтобы холистически творить. Понятная идея? То есть эти стадии рука об руку. Они обе нужны, но они разные. А теперь смотрите, мы будем говорить о той самой комплементарности. То есть сейчас я постараюсь обосновать, что люди с разным типом ментальности, в том числе и принадлежащие к разным культурам, очень полезны друг другу.
И, в принципе, о комплементарности культур говорил опять физик, который был не просто блестящий физик, а еще был методолог науки. Замечательный. И, если хотите, философ. Нильс Бор. И Нильс Бор писал, что мы можем сказать, что разные человеческие культуры дополнительны друг другу. Это, кстати, автор, с которым связывается этот принцип дополнительности. Вот. Но в отличие от физики, здесь нет взаимного исключения черт, принадлежащим разным культурам. Потому что, если вы помните, то, в принципе, дополнительность мы можем либо значит, вот массу, либо локализацию частицы, там они взаимоисключительно называются. А здесь он говорит, что нет этого взаимного исключения. И вот теперь, когда мы все это имеем, давайте посмотрим, что у нас происходит. Вот у нас познание. Синенькое – это интуитивная компонента. Красненькое – это рациональная компонента. Нужны обе. В каждом акте познания, как индивидуального, так и общественного, есть обе. Но вес и роль этих компонент различна на разных стадиях познания. А внизу обозначены свойства незападных и западных культур. И вы видите, что западные культуры в большей степени способствуют рационалистическому познанию, то есть, иначе говоря, сдвинутой направо в фазе познания, а незападные культуры в большей степени способствуют холистическому типу мышления. У людей внутри одной культуры, которые принадлежат к разным социальным и профессиональным обществам, имеют разные политические убеждения, мы имеем разное мозговое обеспечение поведения. Тем более разные люди в разных культурах. Это проявляется не только на социальном и психологическом уровне, но и при изучении активности мозга. Хотя в каждой культуре есть люди с разными типами ментальности, но разные культуры благоприятствуют участию этих людей в разных этапах познания. И в этом смысле мы не просто разные. Возможно, мы взаимодополнительные. Это мы можем предположить. Мы можем быть эффективнее вместе, в том числе и экономически. И вот на этой позитивной ноте я хотел бы закончить. Екатерина, хотелось бы узнать, а страны, которые являются географически западными или незападными, как у них происходит деление, и могут ли они быть одновременно и теми, и другими? Да, вот я говорил о том, что... Спасибо. Я говорил о том, что к страны, относящиеся формально к западным, тем не менее, могут иметь черты холистические. То есть те же, вот, что есть, скажем, у стран Юго-Восточной Азии. В частности, это, не знаю, окажется для вас это ожиданным или неожиданным, Германия. Германия – это страна, в которой... выражено холистичное мышление. И существуют даже книжки, специально посвященные. Кстати говоря, вот таких книжек про Россию я не знаю. Хорошо бы их написать бы. Которые называются «Холизм в германской культуре и науке». Действительно, вот если мы проанализируем немецкую науку, проанализируем, ну вот, например, психологию, если взять, то гештальт-психологи появились... Гештальт-психологи – это люди, которые рассматривали, чтобы это совсем просто сказать, которые подчеркивали системность и целостность восприятия. Не деление на кусочки, а именно целостное восприятие. Вот эта гештальт-психология, она появилась где? В Германии. Она появилась в Германии. Но и в биологии тоже она была выражена и так далее. То есть вот... Значит, Германия, например, нарушает этот строй.